Здравствуйте, дорогие гости! Наш музей поздравляет с Днем Великой Победы. И сегодня на нашей экскурсии мы с вами познакомимся с историей Владимирского собора в годы Великой Отечественной войны. Сам Владимирский собор в Херсонесе был построен в 19 веке. В советское время там располагалась часть экспозиции. 22 июня 1941 года, когда закончилось мирное время и началась война, то Херсонес оказался в центре боев советских зенитчиков и немецких бомбардировщиков. В 1942 году крупнокалиберный снаряд попал в собор, и в южной части купола образовалась огромная дыра. 22 месяца город находился в немецкой оккупации. Весной 1944 года при освобождении Севастополя собор был заминирован и взорван. Взрыв был такой силы, что обрушился купол. Нижние и верхние ярусы были разрушены. Со стен осыпалась штукатурка и были потеряны бесценные росписи. После войны еще несколько десятилетий собор простоял разрушенный. В 90-е годы начались его восстановительные работы, и в 2001 году собор был восстановлен.